Киржакова. Мне кажется, что Киржаков как наконечник сборной это отстойно, и я не понимал всех этих криков типа «уберите Кокорина, поставьте Киржакова». Кокорин хуево смотрится единственным нападающим, это абсолютная правда. Он, скажем так, вот когда, ну, многие, может быть, кто играл в футбол, знают, бывают такие матчи, когда вы впереди, мяч до вас вообще не доходит ни хера. Блять, вы стоите, нихуя не происходит. Можете возвращаться назад, там этот мяч цеплять, просто назад его отдавать, но толку от этих движений никакого.